Иисус, расслабься. Ну, потай. В поисках дороги. Пожалуй, вот тут вот самая чача по всей дороге. Более-менее здесь вот. Нет, даже не здесь. Вот тут вот. Только на пониженной прошел. Проскочил сюда, потом решил все же сначала обратно машину вывести, а потом уже камнями заниматься. А то к вечеру застрянешь, и домой надо будет ехать и выбираться. Так что вот, пойдем на копь. Все заросло. Прекрасная маркиза. Все заросло. Все заросло. Вот такие сосны, ели. Ну что, по тропинке. Дождь идет, все сырое, трава сырая. Ну, какой муравейник красивый. Дедушка старый, ему все равно. Так, и что тут, первая удача, да? Это же мои отвалы вообще-то. А, ты здесь раньше работал, да? Это моя яма, которые засыпали сверху. Да, тут рядом. Просто пробросы идут, они же постоянно. В грязи не видно нифига. Да. Сейчас смотри, мы... еще вот здесь вот гранатики. Да. Ну это в шпате, вот в кварце они более сохранные. Но пока ничего нету. Пока еще отвалы разгребают эти же. А, завалили, ну понял. Ну, конечно, это же основное время уходит на расчистку копий, которые кто-то завалил. Тебя то ли можно тоже снять? Нет, у меня. Не надо тебе? Нет, ну. Я же должен заснять все это хозяйство. Да уж, вообще-то интересно. Гранаты, шпаты. О, листы московита какие. Красиво. Красиво. Так, судя вот по ямкам, жила вот так вот и идет. Вот дальше. Дальше. Подсечь что ли хвостик или яму что-то продолжить. Это я уже мокрый, конечно, лазить.
Ну ладно, начнем где-нибудь. Невозможно уже работать. Дождь хлещет. Вообще, конечно, материал здесь интересный. Классно тут и слюда идет, и пигматит. Пигматит, конечно, не очень, но все равно интересно. Жаль, сегодня не удалось. Просто невозможно работать. Насквозь промокли. Ребята что-то нашли немножко. Фотографирую. Где-то там. О, вот это образец уже. Вот это классный образец. Вот гранат. Так, сфотал его. А, так тут еще с одной стороны. Вон на шпатике сидит. Прекрасный образец. Держи, смотри. А тот второй давай. Вот тоже. Этот уже снимал. Ага. Мелочь. Попал, правда? Почти что жил. Ну я жил, нашел. Ну что? Этого мало. Знаете, держите, побросу вам шапуши. Ой, мои уже снимал. Ну, я лодка такая красивая. Здесь грунт хороший, поэтому как-то около болота не попался грунт. Ага. Давайте, точно сюда не проедем.